Акция «Мы вместе» шагает по стране. На сегодняшний день волонтерское движение насчитывает уже 116 тысяч добровольцев из 85 регионов. И каждого, кто присоединился к нему, объединяет одно – стремление помочь тем, кто в этом нуждается. Именно волонтерством я начала заниматься с первого курса. А к акции «Мы вместе» я присоединилась, потому что как будущему врачу нужно общаться больше с людьми, понимать их, а также оказывать поддержку. Решила присоединиться к акции. Прям как только пошли первые заявки, я узнала это от преподавателя. Хорошее дело, почему бы нет? Студентам Балаковского медицинского колледжа свойственно сострадание, поэтому они и выбрали такую профессию – спасать жизни людей. И даже во время обучения находят время и возможности оказать поддержку малоимущим, пожилым и маломобильным гражданам. Мы развозили маски нуждающимся, центр «Семья», раздавали продукты. Ходим в магазины за продуктами, в аптеки за лекарствами, доставляем их до дома. Эта акция, по мнению волонтеров, нужна не только людям, которым оказывают помощь. Сами добровольцы после общения с заявителями получают заряд добра, который несут дальше. Ведь порой пожилым и маломобильным гражданам нужны не только продукты, но и слово поддержки, совет, просто общение. И волонтеры становятся для них настоящими друзьями, всегда готовыми прийти на помощь. Чувство то, что ты действительно нужен и помогаешь, приносишь пользу людям. Чувство гордости за то, что я могу это сделать, могу помочь. Также чувство того, что мы людям нужны. Расстраиваешься, что люди в таких ситуациях жизни, которым некому помочь, которые забыты, допустим, иногда родственниками, и прийти помочь им купить что-то или принести еду, это очень приятно. К акции «Мы вместе», которую организовали Общероссийский народный фронт и волонтеры-медики, присоединяются все больше балаковцев, чувствующих желание помогать. Это студенты, активисты, просто неравнодушные горожане. Не остались в стороне и крупные промышленные предприятия. «Мы вместе» – это не просто название акции, а можно сказать девиз сотрудников компании «Фосагро», которые всем коллективом, а это примерно 17 тысяч человек, по собственной инициативе влились в марафон добра. Сейчас идет активный добровольный сбор средств. Коллектив балаковского филиала АО «Апатит» уже пожертвовал более 500 000 рублей. И уже на следующей неделе эти средства распределят и направят медикам районной поликлиники и коронавирусного госпиталя, городским волонтерам, пенсионерам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.